Жители областной столицы хотят провести Новый год с рождественской ярмаркой и программами в парках, но без массовых гуляний. Свое мнение они выразили в ходе открытого голосования в группе городской администрации во ВКонтакте. Правда, тут надо оговориться, что под жителями подразумевается всего чуть больше 4000 проголосовавших. Из них за традиционную полномасштабную новогоднюю программу проголосовали почти 39%. За вариант без массовых гуляний, но с развлекательными новогодними мероприятиями и ярмаркой чуть больше – 39,13%. Те, кто выбрали вариант «ничего не проводить», судя по результатам, оказались в меньшинстве – около 6,5% голосов. Окончательное решение теперь примут городские чиновники, вероятно, опираясь на данные этого опроса, который нельзя назвать массовым. Напомним, что определиться с форматом проведения новогодних празднований во Владимире с помощью мнения горожан предложил новый глава города Дмитрий Наумов. Времена непростые, и некоторые горожане выражали мнение, что от традиционной праздничной программы в этом году лучше воздержаться. Жителям предложили на выбор 4 варианта. Опрос появился на страничке мэрии во вторник около часа дня, а завершился в 19:00 в среду.